Свое знакомство с франшизой 007 я начал с фильмов с Крейгом, а именно, как вчера я помню, это было летом 2021 года, когда солнце было ярче и трава зеленее. Так, о чем это я? Ах да, моим первым просмотренным фильмом про Бонда был «Казино Рояль», и боже, как он мне понравился! На следующий день я сразу же начал смотреть «Квант Милосердия», который, о боже, как мне не понравился. Послевкусие после этого фильма было таким, что я только зимой 21-го посмотрел продолжение. И то из-за того, что уже вышло «Не время умирать», и мне надо было наверстать упущенное. Когда же я все-таки посмотрел в том теплом и снежном декабре 21-го года «Координаты Skyfall» и «Спектр», мое мнение к франшизе резко изменилось. И то в лучшую сторону. И буквально уже через неделю в хорошем качестве сливают «Не время умирать» и наслаждаюсь отменным, крутым боевиком про суперсекретного агента 007. Как вы понимаете, раз это канал про игры, то значит вероятнее всего я вам покажу игры про Бонда. И вы будете правы, если так считаете. После просмотра последнего фильма я пошел гуглить, какие же есть игры про Бонда, особенно с Крейгом. Таковых, к моему удивлению, было 4. 007 «Квант Милосердия», в который я толком так и не поиграл, и который является пересказом «Кванта» и «Казино Рояль». GoldenEye 007, являющийся ремейком GoldenEye 007 с Nintendo 64, но только теперь с лицом Дэниела Крейга. К сожалению, эта игра доступна только на консолях, поэтому обзор на нее не получится сделать в ближайшее время, это точно. 007 Bloodstone – это моя самая любимая игра не только про Бонда, но и вообще. Обзор на нее обязательно запилю, но после того, как разберу самую последнюю игру про Бонда, которая являлась крышкой от гроба игровой франшизы 007. 007 Легенды – воистину ужасная игра, но, кстати, после повторного прохождения проекта я немного изменил мнение, но всего лишь на немного. Эта игра вышла в 2012 году и была приурочена к выходу Skyfall и к 50-летию киношной франшизы про Бонда. Игра является шутером от первого лица и содержит 6 основных глав, примерно в каждой из которых по 3 уровня. Каждая миссия является пересказом одного фильма с Бондом со своим неповторяющимся актером. Таковыми фильмами являются «Голдфингер», «На секретной службе Ее Величества», «Лицензия на убийство», «Умри, но не сейчас», «Лунатик», или же «Лунный гонщик» в некоторых переводах, и, конечно же, 007 «Координаты Skyfall». Но вот только Activision, и да, господи, это выпустили Activision, и Евроком решили не париться и вставить во все части лицо Крейга и связать с киношной франшизой. Получилось, скажем так, не очень. В начале игры мы сразу же видим, что игра как бы просматривает обновления, это значит, что для игры вероятнее всего планировались DLC, что мы и видели в общем со Skyfall, который являлся дополнением. Начав кампанию, мы видим ролик, очень хорошего качества, в котором показывают начальную сцену из Skyfall, где одна негра, не помню как ее зовут, попадает мимо Патриса и стреляет в Бонда, который падает в воду. Если вам пока ничего не понятно, то в самом уровне в конце игры нам все покажут, типа в стиле, что было до этого. Ну и значит, пока Бонд плавает, он вспоминает все миссии, которые случались с ним в жизни. Скажем так, вся жизнь пролетела перед глазами. Первым таким воспоминанием выходит фильм «Голдфингер», где мы просыпаемся от сильного удара в отеле и находим девку, покрытую полностью в золоте. Думаю, вам вообще ничего не понятно, как и мне было, пока я не посмотрел кинцо. И знаете, если начну разбирать еще и кинцо, то видос затянется еще на очень много времени. Поэтому вкратце. Сейчас мы будем проводить осаду на завод Аурика Голдфингера, главного злодея фильма, который хочет опустошить золотой фонд Америки. А эта деваха с ним тусила, и с нами в общем, не он, а его подручный, так вот в общем от нее избавился. Думаю, вам все понятно, если же нет, то посмотрите фильм, очень классный. Говорим по телефону с М, и нам включают заставку с ремиксом главной темы из Голдфингера. Это, конечно, не Адель со своим Skyfall'ом, но и на этом тоже спасибо. Добравшись, мы должны будем искать улики, но перед этим мы обязаны будем навести суету, именно в которой мы и сможем попасть внутрь здания. Из основного оружия нам сразу дается Вальтер P99, а также мы можем подбирать и оружие, оставшееся от врагов. Залетаем внутрь и, продолжая перестрелку, мы должны будем включить лазеры, которые нам откроют путь дальше. Пройдя еще дальше, мы должны будем играть по стелсу, если, конечно, получится. В первый раз без крутого замеса не обошлось, но при втором прохождении я смог все-таки пройти весь участок по стелсу. Сфоткав улики, я иду дальше, и выйдя из здания, я начинаю следовать за Пусси Галор, которая является сестрой той девки из Золота, которая пришла мстить ему. Бонд! Глаза вверху! Смотри в глаза, кому говорю!
После минутного разговора эта пусечка должна будет нас проводить до его кабинета, но возле лифта нам встретился охранник, с которым пришлось биться в рукопашную, что выглядит глупо и смешно. Добравшись, мы начинаем обыск, и как оказалось, он планирует грандиозное ограбление банка Fort Knox. Найдя то, что нам нужно, как назло заходит и сам Аурик, Surprise, motherfucker! Которого мы сбегаем в смачной перестрелке. Сев за руль, к нам садится какой-то челик, которого мы просто катапультируем. Едем в комплекс. Как скажете. Лучше пристегнитесь, а то я лишусь пассажира. Лучше о себе волнуйтесь. Как угодно. Ёбаный ты... Но далеко скрыться нам не удалось. Нас нашли и привязали к креслу, где золотой луч понемногу направлялся к нам. А именно, к одному месту. Блять, сука! Не ломай мне яйца! Сука, урод, блять! Уёбок, сука, ебучий! В разговоре с Ауриком мы смогли найти компромисс, и нас не превращают в золотую статую, но усыпляют. И мы лишь просыпаемся только в самолете, который как раз сел возле банка. План Голдфингера пошел не по плану, и мы начинаем перестрелку возле банка. Там же нас спасает Феликс Слейтер, который в крейговской франшизе как бы... ну, выглядит совсем по-другому. Значит, отстрелявшись и добравшись до банка, мы должны будем с помощью РПГ взорвать машину Голдфингера. Когда нам это удается, мы проводим осаду и внутри здания. Обозревать 20-минутную пострелушку мне не хочется, поэтому перейдем в самый конец. Дотяпав до бомбы Голдфингера, мы мутузимся с Аджобом, победив его 220 вольтами. После победы бежим к бомбе и останавливаем ее на пафосной 0 минутах и 7 секундах. Затем мы сидим уже в самолете, где Пусси предлагает нам полететь с комфортом. Феликс хотел, чтобы вы долетели с комфортом. Слушай, у меня предложение есть. Ну блин, выслушай. Ты когда-то пробовала заниматься? Чего ты боишься? У меня одна штучка классная есть, она тебе поможет. Да давай, не трусь ты. Мы одни дома 4 дня. Surprise, motherfucker! Но нас обламывает ворвавшийся Аурик, которого мы набиваем, а после выстрелив из его же пистолета в иллюминатор, он засасывается в открытое небо. На этом первый фильм закончился, после которого мы сразу же направляемся к другому пересказу фильма, а именно на секретной службе Ее Величества. По сюжету Бонд охотился на Блофельда, но все было безуспешно, поэтому отбросив задание, он с дочерью короля организованной преступности Трейси отдыхал в горах Швейцарии, где в общем он нашел след Блофельда. В игре нам уже сразу показывают их отдых, где на них нападают люди Блофельда. В первой миссии нам на лыжах предстоит спасать Трейси в заснеженных горах, а стрелявшись по полной, нам в итоге все равно не удается ее спасти, и с Драком, ее отцом, мы начинаем смачную осаду на логово Блофельда с вертолета. Спустившись, мы начинаем вести огонь на поверхности. Войдя внутрь, мы еще немного постреляем, а потом будем ходить в очках ночного видения и искать нашу подружку. Подружку я не сразу нашел, зато нашел сразу два бага в одной миссии, связанные с тем, что Драк не хотел идти дальше, а без него, в общем, дальше мы не пройдем. Найдя нашу милую подружку и снова отстрелявшись, мы передаем ее в руки Драка, а сами идем по следу Блофельда. Его еще одно тайное логово под самим тайным логовом. Спустившись в какой-то холодильник, мы должны будем по стелсу дойти до комнаты Блофельда. Конечно, так как я мастер стелса, у меня не все получилось пройти на нем, но я все-таки смог добраться до личных покоев Блофельда, в которых мы сфотографируем его планы. Но после сделанного фото он начинает нас травить ядом, но сбежав оттуда на лифте, мы залазим на фуникулер, где мы с РПГ подзрываем вражеский самолет. Но в другой кабинке нас уже ждал Блофельд, которого мы в конченном и отбитом КТЕ сбрасываем вниз. Hasta la vista, baby. Затем нам показывают сцену, где Бонд и Трейси катаются по городу в Астон Мартине. Я без подарка. У меня есть идея. Три девочки, три мальчика. Неплохо. Милый, теперь все время наше. Так или иначе, ты сделал мне подарок. Лучший на свете. Будущее. На этом, как
так бы второй фильм заканчивается, и сразу же начинается третий, где мы в доме Феликса видим его убитую жену и самого Феликса, которому тоже неплохо досталось. Хотя вроде его в фильме вообще убивают, ну да ладно. От него мы узнаем, что это сделал Франс Санчес. Местный барон, ну, вы понимаете, какой барон, думаю, пояснять не стоит. Ну, значит, пошли мы мстить и залетаем на вертолете с какой-то тивахой в его картель. Так и начинается наш третий фильм с названием «Лицензия на убийство». Агент Бубье, то есть Тачикса, выступает как бы в роли его союзника, который будет его отвлекать, пока мы будем искать доказательства связи Санчеса с запрещенными организациями. С этого же уровня нам теперь доступны дротики, которыми можно усыплять и отвлекать его противника. Довольно долгой перестрелкой мы все-таки проникаем в его завод с оружием. По-тихому убрав все камеры, мы должны будем заложить мины, которые позже нам следует и взорвать. Заложив все мины, мы попадаем в зону особой скрытности, в которой нас вообще не должны увидеть. Конечно, это было сложновато, но с помощью моих отработанных навыков стелса, вальтера и легкого уровня сложности, я все-таки смог пройти, оставшись незамеченным. Далее нам придется проникнуть в его кабинет, где я смог все-таки найти связь Санчеса с преступностью. Но вот прикол в том, что мне пришлось перепроходить этот момент дважды, так как спустившись по лифту, мне не прорисовался уровень, и в той непонятной для меня среде я как-то... Ну, ладно. Спустившись снова, нашу подружку рассекречивают, и мы вынуждены будем взорвать здесь все. Пизда! Находим, значит, нашу деваху. Steve, you've gotta help me. I'm stuck. Где нас сразу же начинают мутузить Дарио, подручный Санчеса. Ну, мы не промахи и буткаем его в ответ. Пробежав через болванчиков, я начинаю тир на заводе, где, добравшись до машины, мы смогли выбраться. Квадро, нитро, Педро! Ну, как бы, блять, приехали. И теперь мне придется защищать с помощью винтовки, деваху и вертолет, на котором мы прилетели и на котором мы вследствие улетим. Прыгаем к вертолету и летим к Санчесу, который уже успел сбежать. Прыгиваем с вертолета на машину, в которой мы и начинаем уже наземную погоню. Уворачиваясь от РПГ, я догоняю Санчеса и прыгаю на его грузовик. Удержавшись и отстрелявшись, я сажусь на сиденье, где мы попадаем в аварию, после которой мы должны будем победить Санчеса вооруженного мачете. После победы над ним мы роняем его в разлившийся бензин и поджигаем с помощью зажигалки, где после этого пафосно поворачиваемся. Нет. Это ради моего друга. На этом заканчивается наш третий уровень и само видео. Как вы знаете, я люблю растягивать ролики, и поэтому я решил разделить обзор этой игры на две части. Во второй же части мы разберем оставшиеся три уровня, то есть три фильма, которые я не разобрал в этом. Но если вам понравилось видео, то с вас лайк, подписка, ну и коммент можно, вам не трудно, а мне приятно. С вами был я, Motion Blur, и я размываюсь, но не прощаюсь.